Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане выходит на новый уровень. Правительство страны одобрило постановление о проведении республиканского референдума. Проект постановления направили на подпись президенту страны. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев подчеркнул, что безуглеродное будущее Казахстана невозможно без атомной энергетики. По его словам, мировая практика подтверждает, АЭС – единственный надежный способ замещения выбывающих мощностей и гарант обеспечения энергонезависимости. Премьер-министр Ужасбек Тенов, в свою очередь, добавил, что атомная энергетика – это не просто решение текущих проблем, а драйвер инноваций и промышленного развития страны. В случае принятия решения о строительстве в Казахстане атомной электростанции, ее проектирование, строительство и эксплуатация будут осуществляться в соответствии со строгими международными стандартами безопасности МАГАТЭ. Как показывает мировой опыт, атомная энергетика стимулирует внедрение инноваций во многих отраслях экономики. Это даст импульс развитию отечественной промышленности, поэтому мы не можем оставаться в стороне от источников стабильного и надежного энергоснабжения, альтернативы которых у нас нет.